В июле 2019 года в выставочном зале Харьковского планетария вы можете увидеть выставку картин Дмитрия Павленко. Выставка «Иные миры». Очень красивые картины, интересные. К каждому можно подойти, рассматривать в деталях, так как очень большая работа. И тема фэнтези, тема космоса. Яркие, интересные. Все даже подробно вам показывать не буду. Кому интересно, выставочный зал перед сеансами в Харьковском планетарии можно посмотреть. Вход свободный. И здесь также бывают очень интересные выставки и живописи, и рисунков, творчества.